Министр ЖКХ и энергетики Калмыкии Виктория Мангутова провела заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. На повестке штаба вопрос обеспечения надежного электроснабжения объектов в период подготовки и проведения 15-17 марта выборов президента Российской Федерации. В ходе заседания участники обсудили готовность и обеспеченность надежным электроснабжением в период подготовки и проведения выборов в помещении для голосования и подсчетов голосов, в том числе резервных пунктов для голосования избирательных комиссий, находящихся на территории Калмыкии.